Вдумайтесь, насколько противник дебил. То есть мой противник слабоумный дебил. Он бьет в лицо, а если бы у меня был бы робот за 5 маны, я бы сейчас отхилил все хп, и он бы уже не мог выиграть. То есть он бьет просто в лицо в надежде на то, что у меня нету робота. Это, блядь, у него бы не было шанса выиграть, но мне просто, как всегда, не везет, и у меня нету этого робота ебучего. Это пиздец. Я просто в ахуе. Этот слабоумный дебил меня выиграет. Это просто пиздец. У меня нету робота на отхил. Где он? Он не зашел. Кайф. Найс, проебал слабоумному. Где мой робот на отхил? У противника всегда в таких случаях сегодня всегда был робот на отхил. Он ставил просто робота на отхил, и я проигрывал. А где мой робот на отхил? Почему я не могу их соединить? Почему нет? Почему я не могу соединить своих роботов? Что за хуйня, блядь? Вот как это? Вот как это, блядь? Где мой робот на отхил? Мой робот на отхил не зашел. Не судьба. Класс. Там фаертрапа, наверное. Прекрасно. Ну что ж, бывает. Ну что еще? Ну что сказать? Отвратительно. Я очень мерзкий. Помню на одном из стримов без девушки никогда не было. Под кого? Что ты несешь, блядь, ёбик? Я ничего не понял. Прогибаюсь? Под кого? Сам под себя, блядь, или что? Что ты пернул? Я ни слова не понял. Ровно летал. Справедливо. Надо бы обставить мисдирекшн. Бля. Найс. Все, игра до первого луза. Просто слабоумный дебил выиграл. Охуеть. Каждую секунду не везло. Каждую секунду. Мне никогда не приходит робот на отхил. Противнику он всегда приходит, и он всегда выигрывает с роботом на отхил. Я в аналогичной ситуации не получаю робота на отхил. И проигрываю. Че за хуйня? Как же не везет? Наконец-то роботы соединились. Не, вот так. Я хочу монетку оставить на динозавра. Я решил. Я хочу сыграть Хаундмастера с саранчой. Я играю до первого луза, все, конец. Я устал проигрывать. Как только я врубил стрим, я проигрываю каждую игру. Бля. Приготовься сразиться с могущественным Мелхаузом.
Я не смогу динозавра сыграть даже с монеткой, потому что мне две бомбы кинет в деку. Тогда... Тогда что? Тогда все плохо. Ладно. Ну я уже проебал, мне кажется. Такое ощущение. У меня просто две бомбы положат в деку, и я не смогу динозавра сыграть. Мне нужен Гаррисон. Ура! Мне Гаррисон сейчас очень нужен. Прям очень нужен. Потому что если он положит мне еще одну бомбу в деку, то я не могу сыграть динозавра. И это пиздец. Не то чтобы это сразу луз, но... Это ощутимо. Но если он не ложит бомбу в деку, то он проигрывает потихоньку. Окей, терпимо. Блять, заебайте лакей. Так, ладно, надо играть, пока есть шанс. А то потом шанса может не быть это сыграть. Три маны, 9-6. Not bad. Тоже справедливая карта. Вот реально, три маны, 9-6. Это как? Это шутка или что? Вы должно быть шутите. Три маны, 9-6. Вы должно быть шутите. Три маны, 9-6. Ебать. Вынос мозга. Вот реально, 9-6 за 3 маны. Как у шамана за 5 маны 10-12. Тут за 3 маны 9-6. Они должны быть шутят. В лицо. Три маны. 3 маны 9-6. Понимаю, понимаю. Пять. Ну, давайте. А, не хватает маны. Я имбецил. Я не посчитал ману. Ну все, гг. Ну хоть в лицо попал. Но я ману не посчитал, короче. Ну, тупо тильт. Если я проигрываю эту партию, это все точно конец. Я даже не смог ману посчитать. Ну, я, кстати, проебал уже. Такое ощущение. Уже на следующий ход меня вынесет. Ой, все, блядь. Как меня заебали эти читы просто. Читы, 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 читы. У меня нет шанса, все, конец. Я не рассчитал маму на прошлом ходу. Бля, я не могу больше играть. Я слишком уже ошибаюсь. Я минус мораль. Как не везение бесконечного. Почему такие читы у всех? Почему?
Блять, вот настолько читы, что-то нельзя законтрить уже никак. Просто сыгранные супер читы. Каждый раз, блять, у всех челиков супер читы. И ты не можешь это законтрить, это невозможно. Это просто невозможно, я считаю. Это вообще бред. Я ничего не могу сделать подобным читам, это просто нереально, это вообще бред. Бред ебучий. Настолько читы, бля, никакого шанса. ТТ за минус моралился. Бля, какие же читы? Я не могу. Какие же читы? Постоянно миллиард статов за такие копейки. Повезло здесь, но не спасает. 11. Тупо в ебучку. О, найс. Вкусно. По ноль шансов. Даже не буду размениваться, какой смысл. Но шанс. Это за минус поралился. Клятие щиты. Уж я РТР пострелил. У противника опять все есть. Все было. Почему у всех все всегда есть? У всех все всегда было. У всех все всегда есть. Как вообще можно поставить за 3 маны 9-6? Что за хуйня, блядь? 9-6 с рашем за 3 маны. Они еще и разделенные на 3-2. Как вообще играть? Вот реально, как играть? 3 маны 9-6, которые разделены на 3-2 и с рашем. Как, блядь, почему не 1 маны? Почему не 0 маны? Почему не 0 маны, там, не знаю, 1000-1000 с чарджем, например? Почему не... вот. Почему сразу не закончить, сука? 0 маны, 1000-1000 чардж. Почему не так? Я реально не понимаю, блядь, я не понимаю. До меня не доходит. Три маны, 9-6, раш. Думаешь, это спасет? Или у шамана 5 маны, 10-12 таунт. Ебать. Шок. Ну что еще? Привет, папаня. Зашел на стрим, мне стало плохо. Нахуй ты играешь? Ты представь, как мне плохо. У меня все получалось, ну, до стрима ОФК. Как только начал стримить, сразу все пошло не так. Ну, как обычно. Вот пока не стримил, все шло четко. На стриме самый пиздец начался. Ну, стандарт, в любую игру так. На стриме самый пиздец.
так не везет, что словами не передать. Опять нечего играть. Почему постоянно нечего играть? Тупо нечего играть постоянно. Нету карт. Семь-семь. Ну, наверное, это было справедливо. Я не уверен. Что мне тут вызвать? Ничего не поможет. Залупу не убрать никак. А, я мог их соединить, БТВ. Ну и похуй. Мне минус мораль. Я их мог соединить, чтобы у них было 3 хп. Чтоб бабка не убила. Но меня бабка сейчас добьет. Да пиздец. Сейчас бабка задушит. Добивай меня, блядь, я сдаюсь. Ну хватит юзать карты дешевые и постоянно ходить! Как меня это бесит в это... Просто по КД юзаются дешевые карты, и противник ходит и ходит, ходит и ходит, блядь. Ходит и ходит! Сколько можно ходить? Я должен Виверну играть, потому что у меня Зул'джин уже есть. Какую я не сыграю? Откуда это постоянно все есть, блядь? Откуда все всегда у всех есть? Что я сделал? Я думал, это Battle Cry. Минус 5 армора! Неплохо сыграно. На дебилычах. С переходом на Рахидычи. Мне понравилось. Хорошая игра, хорошая партия. На уринотерапиичах. На парашниках. Вот это да! Сверхразум. Добивайте меня, ну блин. Доноси. Я не дефаю. Ну ходи быстрее. Ну что ты так долго думаешь? Ну блять. Ай! Вырубай! Мне больно было. Конечно. Справедливые карты. Надо стало повязать перед Зул'джином. Не знаю, паре трапу юзать или не помню, наверное, на нее. Ладно. Побольше столов перед Зул'джином. Это не поможет. Сейчас бы дронул 4 карты, конечно.